нас сейчас ситуация такая, что мы имеем 6-7 игроков с первого, скажем, с первой команды, остальные у нас эти дублеры со второй команды. Столько, сколько смогли, 3/4 мы играли как равные с равными. Конечно, потом у нас есть и эта усталость. Не хочу, чтобы еще травмировались и чересчур перегрузить. Конечно, сейчас мы много тренируемся. Мы обороты на физподготовку не снижаем, потому что нам нужен фундамент на весь сезон. Но я надеюсь, что мы через какой-то день, второй, вернемся все в строй. Ну и тогда посмотрим. Да, конечно, тяжело, потому что нам противостояли намного более опытные баскетболисты. Ну что говорить, одни из лучших игроков Европы, это одна из лучших команд Европы. Конечно, для нас, для молодых, это хороший шанс проявить себя, пока много травмированных основных игроков в нашей команде. Вот, ну, отличный опыт для нас, конечно. Скорости, конечно, скорости здесь совсем другие, нежели у нас в нашей второй команде. То есть тут все думают на 2-3 шага вперед, чем мы. Вот, поэтому, ну, конечно, мастерства где-то нам не хватает, естественно. Вот, но стараемся как-то быть на уровне со всеми ребятами, как можем, нас даем максимум. Вот, но пока что, конечно, есть над чем работать, конечно. Где-то мы отстаем от наших основных игроков, поэтому где-то это сказывается, конечно, и ему приходится уделять нам внимание. Но, с другой стороны, мы ему благодарны, что он нам помогает. То есть стать лучше, вот, не просто, да, там нас ставят в сторону, да, что-то пытается нам объяснить. Поэтому, конечно, тяжело, но, говорю, это отличный опыт для нас.